На выставке в ДКМ игрушки, поделки из бисера, картины и покрывала. Все эти вещи сделали активистки некоммерческих организаций города Владимира. На столе организации «Покров семьи» куклы, сделанные своими руками, и брошюра о важности материнства. Активисты этого объединения помогают в Покрове матерям-одиночкам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Во Владимир приехали, чтобы рассказать о себе и показать свое творчество. Мы работаем в направлении получения грантов, потому что движение как бы ширится, активность переходит на новый уровень. И мы очень надеемся, что у нас в этом году получится в городе Владимире открыть центр защиты материнства с гуманитарным складом, с поддержкой многодетных мамочек и финансовой поддержкой. Сегодня в ДКМ собрались некоммерческие организации города. Вручение премии «Гражданская активность» проходит впервые. Из всех некоммерческих организаций Владимира, их около 170, было выбрано 17. Эти организации в течение 2018 года помогали владимирцам в разных сферах жизни. Появилась такая идея назвать такое мероприятие «Гражданская активность», показать, что действительно активность, она доброта и активность, они сейчас очень нужны в нашем мире, и поощрить самых активных. Одним из победителей стала организация родителей детей-инвалидов «Свет». За прошедший год активисты участвовали во многих городских программах. Это и День города, и День физкультурника, а также участвовали в мероприятиях, посвященных Дню инвалида. Главная заслуга организации – они помогают адаптироваться людям с инвалидностью в современном мире. Многие программы работают в партнерстве с администрацией города, с учреждениями администрации города. И сейчас мы выиграли президентский грант на то, чтобы тиражировать наш опыт на Байкал, Забайкалье, Хабаровский край. Администрация города поддерживает некоммерческие организации тем, что помогает оформить различные документы и помогает привлечь участников. Также глава города Ольга Деева пообещала, что в 2019 году гранты для НКО увеличатся. Никита Каргаев, Екатерина Корнилова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.